Время 11:20. Начинаем тренинг. Так, ну что, вздрогнем. Пожилой атлет. Тренируется в охопку. Так, чтобы мне как-то было комфортно заниматься. Каких-то правил там общих, естественно, я придерживаюсь в тренировке. Ну, мне нужны суставчики, потому что я занимаюсь гравитационной гимнастикой, чтобы восстанавливаться. Направлений в тренировках море бескрайнее. И главное, это заниматься. Главное заниматься, при этом заниматься в свое удовольствие. Это самое-самое, что у меня есть. Ну и поехали. И я вам показываю свои тренировки. То есть это не столько там рекомендации. Хотя, что касается для лечения коленей, я уже говорил. Рекомендация от Василия Ивановича Алексеева. Он сам ее пробовал. Чем-то я с вами поделюсь. А так, мне от занятий с тяжестей важно одно. Поддерживать свои мышцы в тонусе более-менее нормальном. И получать от этого удовольствие. Вот это самое главное. Поэтому, если вам интересно, смотрите, комментируйте. Не забывайте при этом о моем возрасте. О том, что многие вообще не занимаются в это время. А некоторые не доживают. Вот, так сказать, маленькая скидочка. Но тем не менее, поехали. Очень важно это сохранить здоровье суставов. Я уже не говорю о том, что желание тренироваться, здоровье суставов, потому что у большинства атлетов поперли хорошо, результаты растут, потом одна травма, другая травма, пятая, десятая и все. На этом их спорт закончился. А вот пройти без травм, более того, восстановиться после травмы, это довольно-таки редкое явление. Даже взять, если Джо Вейдера, который занимался, выступал. Кстати, посмотрите, очень интересный фильм «Мистер Олимпия». Как раз о становлении братьев Вейдер. Как появился конкурс «Мистер Олимпия». И там, в частности, актер, играющий Арнольда Шварценеггера, спрашивает у Джо Вейдера. Отлично. Ставь. Неплохо, да? Я читал твои статьи. Раньше ты соревновался.
Когда был моложе, но травмировал плечо. И на этом все закончилось. Поэтому одно дело знать методику про то-то-то-то-то-то-то-то и прочее. А другое дело эту методику самому воплотить. Это две разные вещи. По крайней мере, я продолжаю заниматься воплощать. Так, между делом. Никого не будем обижать. И двусмысленно не намекать. Так, ну, поедем еще. Оп! И очень важно не равнять, каким ты, конечно, был прежде и каким ты в настоящий момент находишься. Как-то это тоже надо учитывать. Многие были очень сильны, в том числе и я. Приседал с весом 255 килограмм. Мог присесть туда дальше и побольше, но как-то меня это уже перестало интересовать. А вот теперь вот выходил на помост молодой первый тяж. Трепетали блины, и гриф гнулся. Выходил и подымал, опускал. И с победой домой он вернулся. Было дело. В общей сложности 100 раз сделал. Да. Главное, нравится самому себе. Нравится то, чем ты занимаешься. Быть в своей тарелке. И у каждого из нас свои рекорды, свои достижения. Вот. Равняться на них равняемся. Ну, по мере возможности сами тягаем. Вы видите тренажеры. Вот этот тренажер я сделал. Хотя тот неплохой. Да, мне нравится. Я сам сделал. Давай, я посмотрю.
по своим собственным, модно так сказать, чертежам. Два блока сверху тянем, снизу тянем, все работает. Здесь я одновременно приседал, вот эти как раз крючки. Здесь лежа жму. Это тренажер также мой. Здесь ножки качаем. Ножки качаем, подкачиваем. Это, естественно, покупное. Брусики я сам тоже сварил. Видите, какие самоделки. Ну и что, самоделки прекрасно. Прекрасно работают. И вот этот вот уникальный тренажер. Покажу вам его, как он работает. Причем это было сделано тогда, когда вообще делали упражнения через козла. Видали? Идет мягенько, легко. А это упражнение я стал делать такое, изолированное. Тогда, когда у меня спина разболелась, и я стоя не мог. Сейчас, возможно, могу и стоя, но как-то я к нему уже привык. Пускай нагрузку получает бивнерезы. Говорят, что отсюда лучше тянуть. Ну, потянем отсюда. Ну, давай-дам. Давай-давай-давай-давай. Совершенно иные ощущения. Ну хорошо, будем так. Первого марта. День весны.
который раз говорим о мотивации. Ну, особо не хочется напрягаться вот как-то. Не всегда это бывает. Нету свежести, нету той психической энергии, которая заведует как раз вот этим волевым напряжением. Ну и не надо. Берем вес поменьше и вперед. Начнешь с малого, можешь закончить большим, появится желание. А так, схватился за большой вес, ох, тяжело, да ну его эту тренировку. А с малого раз, и охоточка появляется. 14 км. Нормалек? Нормалек. Хорошо. У меня есть видос, когда я 20 килограмм взял и пожал вот отсюда на 20 раз. А позже есть видос, когда я те же 20 килограмм сделал вот так на 21 раз. Может опять перейти на жим? Сидя. Тогда я помню, у меня заболели плечи, и я от него отказался. А это так совмещаем. Ну ладно, вздрогнем, посмотрим, как и что. Заточили. В испарину кинула. Попробуем сейчас жим сидя сделать. Просто жим сидя. Потому что тут не так на бицепс берется, как больше закидывается.
Так, ничего. И плечи не болят. Ну, вздрогнем, просто жим. Вздрогнем, просто жим. Через сало. Нагрузочка. Если бы плечи были больные, о, самое большее, и то с кряхтением. Вздрогнем, вздрогнем. Выходил на помост молодой первый тяж, трепещали блины, Игрив гнулся, выходил, подымал, опускал, и с победой домой он вернулся.
дожили, что делаем, дожим. Домкраты. Будя и хватит. Домкрат. Фу. Вот и подошел мой тренинг к концу. И мне, лично мне важно мои достижения. В основном по поддержанию. Все, что я хотел сказать в этом виде спорта, таком как тяжелая атлетика, я сказал 40 лет назад. Теперь же меня интересует, ну кое-что интересует, что можно в этом возрасте достичь, как заниматься, как поддерживать себя, а не сравнивать себя с кем-то, с другими там, хотя и это присутствует. Но больше меня волнует свой собственный прогресс. И если вам интересно, если вам интересно, вы чувствуете, что можете какой-то опыт взять, пожалуйста, смотрите. А нет, занимайтесь сами, с усами. Вот я после тренинга. И я этим доволен. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!